Уйди! Отстань! Не лети на меня! Всем привет, меня зовут Дмитрий, канал UFO Play, и сегодня мы продолжаем Dead Space. В прошлом видео мы запустили наш аварийный маяк и даже получили ответ от какого-то близлежащего корабля, вернее, проходящего мимо корабля. Но вот беда, у нас там что-то сломалось, и это нужно чинить, антенна какая-то. А монстры тут дикие, конечно же. Ну что ж, пробуем дальше. Надеюсь, что у меня все получится на этот раз. Потому что это просто писец. Сейчас здесь будет. А вот тут Нейон. И стазис забыл перезарядить. Ой-ой-ой-ой. И пробегаем мимо. Угу. Схалявить не удалось. Используем батарейку. И, может быть, из большой пушки пострелять. Попробуем. Отстань! Конечно же, промазал. По медленно бегущей цели. Куда ж без этого? Да ты ж все еще живое, да? Отстань. Ну и снова понеслось. Ну да, конечно. Я забыл, что эти твари тут такие нехорошие. И сзади еще забежала. Надеюсь, я тебя убью. На тебе. Вот так-то. С одной проблемой меньше. Но еще три проблемы бегают. Да не перемешивайтесь вы. Стойте нормально. А? Ой, помру. Перезаряжайся. Ну, последнее. Что, готово? Сдохло? И я чуть не сдох. Все, вообще ничего нет. Дожили? Вернее, добегались. Что теперь делать? И стоит ли сохраняться? Ну, на всякий случай, чуть что. Если вдруг не потяну, начну пораньше. Сохранение. Потому что сейчас так на тоненького играю, что пипец просто. Один укус, и мне... И меня съедят. В прямом смысле слова. Журнал службы связи. Старший офицер по коммуникациям Бейли. Запись. На корабль совершено нападение, но капитан Матиус упорно игнорирует просьбы отправить сигнал бедствия. Он не объясняет причин, хотя все и так понятно. Мы ведем нелегальную разработку в закрытой системе. Это выяснилось еще несколько месяцев назад, но все молчали. СОС! Это USG Ишимура! Это... Черт!
Они еще нелегальную разработку ведут. Вся система связи отрубилась. Все, выхожу из эфира. Конец связи. Так, жду подставы. А вот и она едет. Он еще шевелится. Ну, хорошо, что она безвредная. Дайте аптечку, дайте патронов, дайте хоть что-нибудь. Коммуникационный луч отключен. Ремонтная бригада извещена. Я ваша, блин, ремонтная бригада. Совсем плохо. Необходимо минимум 6 исправных тарелок для уверенного сигнала. Расположи их симметрично, иначе будут проблемы с питанием. Аптечку дайте. Уже сейчас как полезут. А у меня ничего нет. Опасно? Ну, лучше, чем ничего. Ну, я где-то еще одну подобрал. Зона невесомости. Зона невесомости. Конечно. И они тут. Зона гравитации. Зона невесомости. Ну давай, прыгай ко мне. Оп! Не подходи так. Так, еще двое. Пойдешь за мной или нет? Дотянулся. Зона невесомости. Зона гравитации. Зона невесомости. А ну иди сюда. Иди сюда, говорю. Выходи. Выходи, драться будем. И не помер. Дайте что-нибудь, будьте людьми. Аптечку, патроны. Вот как. Значит. Симметрично. Так, рабочая антенна, иди сюда. Куда? Не убегай.
Хорошо. Я ищу какие-нибудь предметы, ящички, коробочки. Что? О, есть. Вначале коробочки, потом все остальное. Аптечка маленькая, жалко. Мне большая надо. И потрошки, больше потрошек. Еще что-нибудь есть? Больше патронов, богу патронов. А больше-то и нет. Ну ладно. Значит, будем чинить. Уходи. Ты иди сюда. Где здесь целая запчасть? Ты? Нет, не ты. Ага, вот. Подбирайся. Ну, давай, инженер, устанавливай. Еще одну найти. А вот и она. Хорошо. Сейчас у нас все как заработает. Сами не рады будем. Хорошо. Возможен прием сообщений. Вот, все заработало. Возвращайся в рубку и используй панель управления, чтобы передать Вейлору наши координаты. Хорошо. Как скажешь. Мне бы еще чем-нибудь подзарядиться. Зона гравитации. А то как-то стрёмно так бегать. Хотя бы стазис обновим. И на всякий случай, перед тем, как всё тут активировать, сохранимся. На второй... Нет. Нет, на какой слот сохраняемся? На второй. Хорошо. Антенна включена. Говорит USM Вейлор. Вызываю USG и Шимура на всех частотах. Принимаем сигнал бедствия. Также подобрали вашу спас-капсулу 47. Ой, дураки! Подвигаемся к вашим координатам. Это сообщение будет повторяться каждые 30 секунд до получения ответа. Да чем вы ее подобрали? Что? Это же та капсула, что вышвырнул Хэммонд. В ней была заперта одна из этих тварей.
Нет! Нет, этого не может быть! USM Вейлор! Ответьте, Вейлор! Нам не хватает мощности. Я открою створы шлюза, чтобы не мешать сигналу. Ошибка. Створы шлюза заблокированы. Свяжитесь с ремонтной командой. Черт! Айс, к корпусу прицепилась огромная дрянь прямо над кластером антенн. Органического происхождения. Не знаю, что это, да и черт с ним. Если мы не откроем шлюз, то не сможем связаться с Вейлором. Эта штука в пределах поражения пушки 48. Бегом туда и распыли к чертям этот кусок дерьма. Ну хорошо, хоть из пушки стрелять надо. Распылить-то я распылю, но мне кажется, что они подобрали эту капсулу уже очень давно. И мы зря ждем помощи от военных. Но с другой стороны, военные, может, отбились. Я ж как простой инженер отбиваю. А ты кто? Уйди! У меня патронов на тебя нет. Отстань. Мне из пушки стрелять надо. И не приближайся ко мне. Ой, а ты кто? Уйди. Какой неожиданный, а? Неожиданный и наглый. Распиливайся! Хотя бы батарейку дали. Восстановлюсь. Так. Три узла. Что у меня... патронов нет. Сейчас и проверим, если, конечно, докачаюсь. Восстанавливаются ли патроны у резака при улучшении? Докачаюсь, отлично. Заодно и ущерба дам. Обойма. Ну, дали мне 16 бонусных патронов или нет? Сейчас мы это узнаем. Да, есть! Ура! Ха-ха! Еще постреляем, еще поживем! Не, на первый слот не сохраняемся, мало ли. Сохранение потом перебирать придется. Так, мне туда не надо, я туда не пойду, там подозрительное тело лежит. А мне сейчас встречаться с подозрительными телами не стоит. Вообще патронов нет. Ни одного. Дожили. Где моя большая пушка, из которой стрелять нужно? Ну, хоть что-то. Сейчас постреляем. И узелок с собой прихватим. Хорошо. Дайте пострелять. Включено ручное управление. Ого. Ах, ё. Ай.
А! Не бей меня! А! Отстань, баллон! А, может быть, мне нужно стрелять по баллонам, которые в тентаклях. А может и нет. Первая отвалилась. Отстань! Не бей меня! Охлаждаемся, охлаждаемся! А? Внимание! Целостность корпуса ниже 50%. Да я знаю! То есть, но в процессе убиения того, кто нам целостность корпуса рушит! Фу, отстрелил! Я ему все тентакли подстреливал. Слава яйцам! Взрывоустойчивый шлюз связи открыт. На тебе еще! Это Кендра Дэниел с борта USG Ишимура. Прием! Не открывайте спасательную капсулу! USM Вейлор, это Кендра Дэниел с борта USG Ишимура. Прием! Не открывайте капсулу! Черт, да ответьте же! Похоже, капсулу все-таки открыли. Дураки, потому что. Черт. Уйди! Отстань! Не лети на меня! Ой. Так хотелось поговорить с кем-то. Опять? Тут все разваливается. Айзер. О, живой. Там? Слава богу, ты здорово. Парень. Я пытался добраться до тебя. Кто-то посторонний блокировал сигнал моего леса. Столкновение разрушило блокирующий передатчик. Хэммонд, где ты был? Пытался выжить. Я смог немного подлатать себя. Слушайте, я отменяю эту миссию. Задницу CEC и командную цепочку. Мы должны валить отсюда. Здравая идея. Кажется, я нашел челнок на пассажирской палубе. Судя по записям, у него отсутствует сингулярный конвертер, но уверен, мы найдем один на его борту. Я видел, как он застрял кормой в высшем море. Я собираюсь пробраться туда и найти путь внутрь. Встретимся там. Конец связи. Делать Айзек, тебе больше если нечего. Если он говорит правду о челноке, у нас есть шанс бежать отсюда. Отправляйся в грузовой отсек и помоги ему. В таком состоянии он не справится. А я, блин, в лучшем состоянии, да? Ну ладно. А помогать ему мы будем в следующем видео. Подписывайтесь на канал, комментируйте, критикуйте, предлагайте. Всем пока!